Надо на середину реки попасть, и река тебя принесет туда, куда надо. Единственное, что не зацепись за какую-нибудь корягу, чтоб тебя там не крутило. Вот я сейчас по этому принципу и живу. Когда я жил не так, мне было плохо. А когда стал так жить, то мне стало хорошо. Поэтому, когда мне начинают многие со мной спорить, что я неверно живу, я говорю, ради Бога, я вас к себе не зову. Вы живите, как я живу, как вы живете, а я, как я. Встретимся потом, если встретимся. Что я не встречаюсь с теми, которые со мной не согласились. Не, может, они еще и выше меня, кто его знает. Но вообще-то, конечно, она ниже и намного.